Всем привет! Привет, привет! И добро пожаловать на мой канал. Хочу прям вот сразу у всех попросить прощения за тех, кого я обидела, вольно или невольно. Может быть, там как-то не очень вежливо ответила на комментарий или еще что-то. У всех сразу прошу прощения. Сегодня последний день Масленицы, широкая Масленица. Я иду к нашему клубу, там будет проходить, вернее, уже идет праздник прощания с зимой и встреча весны. И сегодня, соответственно, прощенное воскресенье. Все верующие и сочувствующие просят друг у друга прощения, и я вас тоже прошу прощения. Мне нравится этот праздник. У нас в поселке его отмечают всегда очень весело, шумно. Возле клуба там у нас такая площадь. Там собирается очень много людей. Какая-то выездная торговля организована. Жарят шашлыки, проходят концерт. Там для детей какие-то конкурсы, перетягивание каната. Ну, в общем, всякие зимние забавы. Сжигают чучело масленицы и лазают на столб. Сейчас про столб я вам расскажу. Мое утро в этот день каждый год начинается с того, что мы созваниваемся с Галей. Ну, либо Галя мне звонит, либо я ей. Ну, там кто раньше проснулся. Просим друг у друга прощения. И традиционный вопрос, кто первым полезет на столб. Ну, я или Галя. Ну, чаще всего Галя побеждает, потому что она старше меня. Ну, я как молодая, меня тоже иногда пропускают вперед. Но это такая у нас традиционная шутка. Никто, конечно, на какой столб не лазит из нас. Вот. Люди лазят, в основном мужчины. Женщины тоже лазают на столб. На столбе, на самой верхушке, ну вот как раньше было, привязывали прям коробки, ну пустые, правда, коробки, с какой-то техникой. И вот туда залазили, выбирали себе приз. Вот. А в последнее время стали к этому столбу на верхушку привязывать мешок, видимо, с конвертами или там с чем-то, и оттуда уже все это доставали. Очень много всегда людей было, очень много собиралось. На следующий день все обсуждали, кто залез, кто не залез, кто залазил, кому удалось, кому нет, кто что достал. В общем, такой прям праздник-праздник. Прям общепоселковый. Я на самом деле очень давно уже не была. И там то, что мы с Галей там про этот столб, это у нас такая дежурная шутка. Давно там не была. Вот сейчас дойду, посмотрю и вам покажу. Вот уже я вижу очень много людей. И туда идут, и обратно. Праздник начался в 12. Я иду уже там, наверное, 1:30. Ну, там всякие разные детские мероприятия. Я просто там так долго не выстою. Во-первых, прохладно, во-вторых, идет снег, скользко, мокро. В общем, не очень комфортно. Постараюсь по максимуму вам показать, как у нас праздник отмечается. Ну, извините, как получится, потому что если я начну замерзать, ноги у меня уже начинают мокреть от мокрого снега. Не знаю, что обувать, не знаю вообще. Вот. Ну, посмотрим. Пойдемте со мной. Видите, у меня тут снежок попадает на камеру. Ну все, давайте, пойдем посмотрим. Вот мы подходим уже к месту действа. Я вижу, что людей не очень, конечно, много. Вот. Но здесь вот уже жарят шашлыки. Какая-то еще бойкая торговля чего-то. Сейчас посмотрим. Вот смотрите, тут столики поставили. Вот. Очередь за шашлычковским. Это вот наш клуб, дом культуры, ну, как клубом назывался, так и продолжает называться. Так, здесь тоже шашлыки, тоже очередь. Здесь какие-то детские игрушки, ну какая-то. Вот, а все действие происходит вот там на сцене. Я звонила своему старшему сыну, он где-то тоже здесь. Сейчас посмотрим, они тоже пришли посмотреть на праздник.
Вон там сцена организована. На ней выступление ансамбля «Вечерка» наш. Вот. Здесь тоже какие-то призы тут. А, тут стрельба, да? Здесь какие-то тоже сахарная вата. Вот здесь вот у нас обычно елка стоит. Ну, елка уже все, пойдемте дальше. О, сколько людей, да? Как лиса, покрыла все сугробами, заснежила лиса. Кружатся снежинки, на землю летят. Я уже вижу Илью. С Леной, не с Леной, не вижу. Здесь вот на лошадях катают. Прям веселье, веселье. Вот там стоит чучело этого масленицы, которую будут сжигать. Не вижу, где столб, спросила вот у Ильи, уже с ними встретилась. Говорит, мы столба не видели. Я сейчас похожу, посмотрю, где чего тут происходит. Поищем столб. Ну, а здесь концерт полным ходом. Вот, нашла я столб, просто не знаю, где искать. Вот, а он, как обычно, стоит на прежнем месте, где всегда ставили его. Вот он, видите, там наверху в этом году привязали несколько мешочков. Видимо, там что-то достаешь и, ну, не угадаешь, не посмотришь, наверное, не знаю. Вот. Ну, если я совсем не промокну, то вернемся сюда немножко позже и посмотрим, как это тут будет происходить все. Тут тоже, видите, снег еще сильнее пошел. Так красиво. Ну вот на всей территории парка дети снеговиков лепят. Им, по-моему, тут раздолье с горки катаются. Смотрите. Внук своего не нашла, где-то он тут тоже кувыркается в снегу. Ну, где-то есть. Вот такое вот веселье у нас. Вон тут сейчас будет битва. Настоящая битва. Чуть я только внука своего не вижу. Где-то он гасает. Тут такие... Ну, там наша компашка стоит. Практически апофеоз праздника. Распал. Да ну! А, Марк, смотри на меня. Ой, ё-моё! Здесь бои проходят. Дети веселятся. Здорово. Пойдем настоящим мячами. Ух ты, колодка. Постепенно народ начинает кто собираться. Кто у нас счастливый обладатель? Сейчас, наверное, пройдет аттракцион. Так, поднимаемся на сцену. Говорю Илье, говорю, давай залазь на столб. Я говорю, тебе залазь, не надо. Подпрыгнешь и достанешь. Ну, он высокий такой. 85! Мы приглашаем на сцену номер. Забирайте скорее. Такой замечательный подарок. Тур приезжал с Таней сюда как раз во время Масленицы. У них были на этом празднике.
были, Ура был просто шокирован тем, что там что-то сжигают. Но он никогда не видел этого. Вот, что на столб лазят. Он так был весьма заинтересован. Ну, наверное, всем интересно посмотреть на какие-то нам на турецкие традиции или там традиции других стран. Кому-то интересно посмотреть на наши традиции. Ну, в любом случае, всем все должно быть интересно. Вот такой вот замечательный праздник. Вот столб, я уже вам его показывала. Люди ждут. Посмотрим. Сейчас, наверное, начнется кульминация праздника. Лезут на столб. Смотрю, там организаторы уже подготовились. Сейчас, наверное, будут первые желающие. В замечательном празднике, как говорится, из далеких властей, из заморских. Вот навез подарков всех мастей. Ну, конечно же, подарки из мешка не разобраны пока. Ждут подарочки, наверное, удалого молодца. Столболазы, вы здесь? Поднимайте руки! Вот, замечательно, есть такой праздник, традиция, да? Когда нужно голым залезть на этот стол. Вот я приеду, чтобы это все посмотреть. Голым залезть на стол. Сегодня предстоит вам залезть на этот стол и достать, ну, кто один полезет, тот один подарок и достанет. Подстраховка. Так, ну что ж. А вот и первый кандидат. Слав, все понятно, да? Как только скажу, начали. И вы все, пожалуйста, бурными аплодисментами поддерживайте Вячеслава. Вот, видите, специалист. На стол. Хорошо, как не нарочно. Высшего класса. Прислушался к советам. Итак, люди приготовились. 3, 4. Раз, 2, 1. Поехали! Можно скандировать, аплодировать, кричать. Давай, давай, быстрее, быстрее. Поддерживайте его. Половина столба пройдена. Ворота супер, еще, еще чуть-чуть. И подарок будет твой. Аплодисменты. Ага, они так просто прицеплены. Вячеслав, самое опасное слезть обратно. Не прыгать ни в коем случае. Бурные, бурные аплодисменты. Ну что же, давайте Вячеслав достаем. Итак, автомобиль! Шутка. Ну что же, пусть, как говорится, в вашем доме будет всегда свежо. И дела пусть у вас идут хорошо. Мы дарим вам освежитель воздуха и бурный шквал аплодисментов! Вячеслав Дубенко, первый победитель! Ну как там вообще, скользко? Ну посложнее, чем в том году. Посложнее, чем в том году, вот так вот. Так что с каждым годом у нас, как говорится, круче и круче. Желатели, желающие залезть. Ну что ж, Вячеслав, на счет 5 под бурные аплодисменты приготовились. 1, 2, 3, 4, 5. Полез, Вячеслав, и еще один. Мне кажется, не залезет. Громче, громче, поддерживайте его. Давайте пошумим, ребята. Да, 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 здесь немножечко похуже. Еще, еще поднатужься чуть-чуть, и приз будет твой. Да-да-да-да-да, еще буквально там. Молодец, молодец. Да, сделал это. Можно оттуда что-нибудь прокричать. Я вас люблю, надо. И вот здесь мечта. Не, мечта хозяйки на самом деле. Да, это блендер, лучший автомат. И поможет, как говорится, приготовить все быстрее и сильнее во 100 раз. Аплодисменты! Он выиграл. А подарочка осталась, подарочка всего лишь 4. Какой же выиграет Рашид? Да, он сделал это. Но, оказывается, снять-то нужно его с крючка. Итак, все просто. Это мошенница. Нужно чуть-чуть подняться и подняться. Да, 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 да.
да. Какой сильный. Сейчас мне как-то столб свалит. Да, 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 молодец. Еще чуть-чуть. Да, 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 да. Поздравляем. Посмотрите на его мужественную грудь. Ты принимал на грудь сегодня? Она у тебя красная. Мешок тоже красный, давай его. Спортсменов очень хорошая штука. Дело в том, что вот этот вот фитнес-браслет, он спасет вас от всяких столб. Еще один кандидат. Один. Достать. Два. Приз. Три. Это четыре. Шупленький такой. Я думаю, он это сделает. Он быстрее своего друга уже пересек половину. И уже это прям на самой макушке. Слушай, это круто! Вот сейчас можно оттуда прям прокукарекать. Ну, в принципе, я шучу. Можно сказать, ура! Сделали это! И что же это? А на самом деле... О, ребята! Я вам так скажу. Этим люди гладят скатерть. Дарим вам почти что катер. Он одежде лучший друг. Дарим вам Антон Утюг. Аплодисменты! Не забываем. Насчет еще один кандидат, пятый человек. Раз, и пока без промаха. Два, все достали. Три, четыре. Пять! А у нас осталось всего лишь два приза. Что-то не густо. Давай, давай, давай. Он сейчас таки обратно влезет. Давайте круче. Я будем планировать. Громче. Никто не угадал. 16. 17. 18. 19. 20. Кто-то пытается снежком сбить Антона, но ему не привыкать. Я думаю, что он будет. А надо как-то же повернуться. Ну вот. Да! Молодец, Антон! Шквал аплодисментов. Приготовились. Остался один приз. Раз, участник два, один. Три, не знаю, четыре. Один не один. Ну вот. Да! Все, все призы со столба сняли. Шесть участников, шесть призов. Первый раз такое вижу, чтобы никто не сорвался, и все, и всем участникам достались призы. Ну, праздник будет продолжаться еще какое-то время. Люди здесь гуляют, едят шашлыки, блины. Блины здесь есть, тут играет музыка. В общем, гуляние будет долго еще продолжаться. А я пойду домой. Я замерзла, промокла немножко, снег был такой. Завтра прилетает моя дочь. Мне нужно приготовиться. Сварю ей борща, дети любят. Ну и что-нибудь приготовлю. Вот такой у нас замечательный праздник я вам показала. Расскажите, как у вас проходил ли праздник, ходили ли вы на Масленицу? Как у вас он вообще проходит? Какие у вас там гуляния? Что у вас интересного? У нас поселок-то небольшой. Вот, может, у вас там более какая-то насыщенная программа. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!